Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Тимашов, и в этих видео мы знакомимся с музыкой из моей коллекции. И сегодня я подготовил для вас 10 своих любимых хаус-пластинок. Для тех, кто не знает меня и первый раз на этом канале, давайте знакомиться. Меня зовут Сергей Тимашов, я диджей, музыкант, преподаватель и блогер теперь с недавних пор. Я рассказываю про электронную музыку, которую я люблю, через призму своих пластинок. Так получилось, что основная масса хаус-музыки, которая у меня существует, которая есть в моей коллекции, она связана непосредственно с двумя основными городами, в которых эта музыка зародилась. Это Чикаго и Детройт. Поэтому под номером один у нас сегодня легенда хаус-музыки Лэри Хёрд. Он же Мистер Уайт, он же Мистер Фингерс, он же Геркин Джеркс, он же Finger Incorporated. Человек, который не то чтобы повлиял на хаус-музыку, мне кажется, именно он и создал такой стиль, как Deep House, благодаря своему мягкому звучанию. Лэри Хёрд вполне узнаваем, во всем его продакшене мы можем услышать звучание классических драм-машин и синтезаторов Roland, а также раскатистые и мягкие мелодии, стринги, басовые линии с такого синтезатора, как Juno 60, или всеми узнаваемые драм-машины TR-909 и TR-808. Давайте не будем томиться и послушаем его. Мне кажется, это один из самых знаменитых треков Мистер Фингерса, Can You Feel It? И, кстати, я пробовал разобрать этот трек, то, как он написан, на каких инструментах, поэтому где-нибудь здесь будет ссылка на мое видео, если вам вдруг интересно, посмотрите. We'll be right back.
Лэри Хёрд родился в 1960 году и, несмотря на свой возраст, до сих пор продолжает продюсировать треки и часто сотрудничает с такими артистами, как Роберт Оуэнс, и является его участником Fingers Incorporated, как я уже говорил до этого ранее. Давайте продолжать наше путешествие по хаус-музыке. И следующая на очереди у меня пластинка голландской диджея-продюсера Штефи. Сейчас я сменю пластинку, и мы поговорим о ней немножко подробнее. Штефи — голландский техно, хаус, электро, диджей и продюсер. Родилась в небольшом городе Эйндховен, где начала, в принципе, свою карьеру. И быстро достигла какого-то предельного порога в своем родном городе. Она потом перебралась в Амстердам, где быстро, опять же, сделала себе имя благодаря своей технике и селекции в музыке. После чего она перебралась в Берлин и стала резидентом знаменитого клуба Берхайн Панорама Бар. И опять же благодаря тому, что она очень классно ориентируется среди хаос, техно и электромузыки, она стала и резидентом именно обоих клубов, как Панорама Бар, так и Берхайна, потому что могла одинаково, умело, ну и может играть как мягкую, так и жесткую музыку. В 2000 году Штефи открыла свой первый импринт «Клаксон», который базировался на понимании детройтской музыки и электро. Немного позже, в 2010 году, она открыла второй свой лейбл «Долли», который позиционировался больше на хаус-музыке и сегодня уже плавно перебирается в сторону классического технозвучания. Также совсем недавно Штефи со своей подружкой Вирджинией перебралась в Португалию и основала там свою студию, на базе которой она открыла еще один лейбл, который называется Candy Mounts или Mount Candy, я уже не помню. Ну, так или иначе, это третий лейбл, и еще есть четвертый, название я его не запомнил, в котором она, в принципе, пересдает свои первые, одни из первых работок, как раз ее альбом Yours and Mine, который был выпущен на Osgood Tone и имел большую популярность.
Пластинка вышла на лейбле детройтского диджея-продюсера DJ Jasset, и его лейбл называется... Как же он называется, его лейбл? Underground Quality. Именно так он называется. В общем, это все, что я хотел сказать пока что. За долгие годы Штеффи выработала достаточно узнаваемый стиль, в котором присутствуют, опять же, классические синтезаторы от компании Roland. И часто теперь в ее треках еще поет Virginia, что, в принципе, тоже является одной из визитных карточек. Все очень нежно и красиво, но давайте продолжать. И далее на очереди у нас пластинка детройтского хаус и техно-музыканта, диджея Amar S и его пластинка Sara.
what I've done. I think I'm out of control. You see, you're blind, Sarah. You don't know who I am. Амарес лично для меня личность легендарная и, наверное, даже фундаментальная. И знать о нем, в принципе, обязан любой уважающий себя хаус-диджей. В первую очередь, потому что Амарес владелец и основатель лейбла FXHE Records, на котором он выпускает, в принципе, практически только себя и за редким исключением еще каких-то своих друзей, таких как Кайл Холл, свой брат, его двоюродный брат Big Streak, Джусет один раз там выпускался, и Люк Хесс, можно на пальцах перечислить, что какие артисты там были, кроме Амареса. Но так или иначе, это артист, который обладает своим собственным уникальным почерком, очень грязный, очень свободный, очень детройтский, бы я сказал, так, хаос, который не оставляет равнодушным никого. Его либо не любят, либо очень любят. Я отношусь ко второй категории людей. На обратной стороне этой пластинки прекрасная, да, версия Маркинчина, и она мне нравится даже больше. Давайте ее послушаем. В последнее время у Амареса все больше и больше треков с вокалом появляется, что не может не радовать, потому что, как мне кажется, наличие вокала в треке сразу
объясняет нам, про что эта музыка, для кого она нацелена, и описывает нам все настроение, происходящее в треке. Этой позитивной ноте предлагаю продолжить. И следующая пластинка у нас от знаменитого хаус-продюсера из Нью-Джерси Ром Энтони. Ром Энтони был очень популярным хаус-диджеем и продюсером. И в первую очередь он был популярен своей схожестью голоса с Принсом. Для тех, кто не знает, Принс — это всемирно известный роковый исполнитель, ну, побольше поп-рок-исполнитель. И у Ром Энтони тембр голоса очень похож на Принса. Show you what you've been missing. Пластинка оригинально вышла в 93-м году, и, естественно, оригинал найти уже достаточно сложно. Я был очень рад, когда увидел, что Dex сделали свою серию Dex Classic, где переиздали очень много хороших классических хаус и техно-треков. Среди них как раз-таки
пластинка Ром Энтони, на которой 4 версии на один трек. И все они очень хорошие. Я вам рекомендую. Что еще хотелось бы сказать, что в 91 году Ром Энтони основал свой лейбл под названием Black Male Records, на котором выпускал себя, собственно, под разными псевдонимами. Интересный факт, что в 2000 году Ром Энтони стал соавтором и соисполнителем знаменитого хита группы Daft Punk «One More Time». Давайте продолжать. И далее на очереди у меня пластинка с одного из моих самых любимых хаус-лейблов. Даже не то чтобы хаус-лейблов, а в целом один из моих самых любимых лейблов, который повлиял на мои вкусовые рецепторы музыкальные и в целом на мое музыкальное видение. Majuba Records и пластинка Stereo City. We'll be right back.
За проектом Stereo City скрывается японский диджей-продюсер Кен Сумитани, который в первую очередь известен тем, что он был резидентом знаменитого клуба Money Club в Токио. Лейбл Маджуба принадлежит немецкому диджею-продюсеру Дон Вильямсу, и у них есть еще подлейбл Artless Music. В целом Маджуба всегда поддерживала проект Stereo City тоже, и с выходом первой EP, и с выходом первого альбома, и задала такой мощный фундамент для переосмысление современной электронной музыки, звучание даба вместе с хаосом, вместе с техно, и все это под классическим таким детройтским флером. Мистическая и достаточно интересная пластинка, но мы не останавливаемся и переходим к следующему исполнителю. Это Мурат Тепели, который многим известен именно по дуэту Prosumer and Мурат Тепели. Мурат Тепели в первую очередь врач-хирург вроде как, и перенес свое увлечение электронной музыкой в диджейство, долгое время показывая свой уникальный вкус и видение, сочетая такие вещи, как хаус, драм-н-бейс, какой-то фанк. В общем, непредсказуемые вещи в своих сетах, и всегда это было интересно и свежо.
2002 году Мурат Тепели начинает продюсировать собственную музыку, и в 2005 он уже выпускает первую EP на лейбле Playhouse On A Ride. И дальше у него начинается совместная работа вместе с Просюмером, итогом которым стал альбом Serenity, который, мне кажется, взорвал на то время чарты. Это был 2008 или 2009 год. Но, кажется, на Узгутоне. Да, и, в общем, он побил все мыслимые и немыслимые пределы признания. Очень хорошие, позитивные отзывы писали все критики. Очень много меломанов купило себе этот альбом, потому что он сочетал в себе и меланхоличность, и танцевальный напор, и классику, классический подход к хаус-музыке с точки зрения написания грувов, джека и всего остального. В общем, если вы не слышали его альбом, я вам очень рекомендую. Эта пластинка вышла на лейбле Philpott, который принадлежал такому замечательному артисту, как Soul Fiction, он же Jackmate. На этом лейбле выпущено очень много интересной хаус-музыки, и не только хаус-музыки, вообще музыки со штампом «интересно» в целом. Каждый релиз у этого лейбла я вам могу смело рекомендовать, и это еще один лейбл, который повлиял на мой вкус, как никто другой. Можем отчетливо услышать и меланхолию, и такой напористый грув, танцевальный хаус-ритм. И именно это соответствует поведению и звучанию Мурат Тепели. Но мы продолжаем. И дальше у нас на очереди классика чикагской хаус-музыки Майк Данн. Майк Данн – это действительно легендарная личность для чикагской хаус-музыки, да и в целом для хаус-музыки. Он стоял у самых истоков и начал свой путь еще с квартальных дискотек, куда приносил свои вертушки, какие-то там проигрыватели, играл всю эту зарождающуюся хаус-музыку на тот момент и сверху еще начитывал в микрофон или что-то напевал.
Это было достаточно свежо и интересно, после чего его заметили и начали приглашать уже в более серьезные вечеринки и клубы в Чикаго. Очень много ранних записей Майк Дана были записаны живьем на его выступлениях, где он экспериментировал с вертушками, со своими бобинами, с речитативом и всем остальным. И потом уже после вечеринки он эти записи чистил как мог и издавал уже на своем лейбле. В 1987 году Майк Данн выпустил свой первый EP Dance Your Mother, после чего стал продюсировать многое и все, и дальше подписал контракты с Defected Records и с Classic, что расширило его аудиторию в разы. Но не это интересно. Интересно то, что в тот же период, как после выпуска его первой EP, Майк Данн стал еще и саунд-инженером таких артистов, как Армандо, Fast Eddie и Кей Алекси Шелби. On the first day of this groove, music was sent to make you move, and you loved it. Created a sound called house, but in some mind there still was doubts. We had to clear them. So let it be written. Классическое звучание чикагского хауса. Очень явные барабаны, 303-е. Что еще хотелось бы сказать, что это не оригинальная пластинка. Это переиздание на Clone Classic Cuts. И благодаря Сержу Клону мы сегодня имеем доступ ко многим классическим релизам, которые уже ушли давно out of stock,
что говорится. Ну и Майк Данн еще издавался под многими именами, одно из них MD1, MD3, и еще у него есть лейбл More About Music, на котором как раз таки он выпустил свой альбом. Мои рекомендации. So let it be house. In the house. So let it be written. So let it be house. So let it be written. So let it be house. So let it be written. So let it be house. So let it be written. Мы продолжаем наше путешествие, и следующим треком играет Виктор Перис Митчелл, или Виктор Ромео, на лейбле Dance Mania. Виктор Ромео еще издавался под своим настоящим именем Перис Митчелл, а еще Rhythm to Rhythm. В общем, это все дело вышло на знаменитом, я думаю, легендарном чикагском лейбле Dance Mania, который начал свою работу в 85 году как Dance Mania Recordings. В 88 году они изменили свое название как просто Dance Mania, убрав оттуда Recordings. Этот лейбл позиционировался на издании на то время современной, новаторской, я бы даже сказал, танцевальной музыки, которая была отчасти, наверное, передовой, хулиганской и бесшабашной. В период с 92 по 93 год Dance Mania издала очень много пластинок с такими артистами, как DJ Funk, DJ Dion, DJ Assault, Пол Джонсон, Перис Митчелл. В общем, огромное количество легендарных имен, за пластинками этих людей мы сегодня активно охотимся изо дня в день. И
Ну, что можно еще сказать, что каталог этого лейбла насчитывает больше 200 позиций, что, в принципе, очень-очень солидно. Дальше мы перемещаемся из Чикаго снова в Детройт, и на очереди пластинка с лейбла Moods & Grooves. Moods & Grooves — это детройтский хаус-лейбл, которым управляет Майк Грант, собственно говоря, один из треков на этой пластинке его. Сейчас мы слушаем трек «Undress». Это, даже не знаю, классный артист, который часто издает свои пластинки на лейбле Moody Man и Mahogany Music. Отлично, лейбл, на котором можно четко услышать всю любовь детройтских музыкантов к фанку, диско, соулу. В общем, все то, что присуще детройтскому хаосу.
Это была 9-я пластинка на сегодня. И финальная точка у нас дуэт Paranoid London из Англии. Paranoid London — это Геральдо де Эльгадо и Queen Wally, дуэт, который стал популярен в период нового ревайвала винила во всем мире, когда пластинки только-только стали возвращаться в сумки диджеев и набирать большую популярность через свою скрытность. Никаких интервью, никаких фотографий, просто музыка за загадочным названием Paranoid London. Их пластинки стали скупать очень быстро, причем даже в пресейле, что сделало их невероятно популярными. Но, в принципе, невероятно популярными их сделал именно звучание, которое на тот момент было достаточно свежим. Сразу слышно их любовь к Чикаго и Детройту, а также к нью-йоркской панк-сцене, потому что мы слышим все эти перегруженные барабаны, пропущенные через комбики, дурацкие дилеи и очень ядовитый такой голос. We'll be right back.
Яркие, энергичные лайв-выступления этого дуэта привели их к такому успеху, что теперь они выступают на разогреве у таких суперзвезд, как Chemical Brothers, Square Pusher или Soul Wax. В общем, успешный успех. Недавно у дуэта вышел новый альбом, второй по счету, а также вышло какое-то невероятное количество разных эдитов и ремиксов на других артистов. Поэтому, если вас заинтересовало, обязательно покопайте в их сторону, я думаю, вы найдете много интересных треков, чтобы добавить к себе в коллекцию. А у меня на этом сегодня, наверное, все. Поэтому поставьте лайк этому видео, чтобы его смогло увидеть как можно большее число людей. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь на него. А также можете еще подписаться на мой Инстаграм и на мой Телеграм-канал. В общем, все ссылочки будут где-нибудь здесь, где-нибудь еще в описании. И слушайте хорошую музыку. До новых встреч!